з Києва ставиться України. Сьогодні ми на виставці «Планета бабочек» в Київському планетарії, коло метро Олімпійська. Да, і от сьогодні ми бачимо тут живих бабочек, які живьем вот літають в большом такому залі. Кстати говоря, вот одна из таких больших бабочек вот сидит как раз здесь и на вас любуется вместе со мной. Рядышком вот напротив постер огромный бабочки Морфа, а вот это огромная бабочка Калигула. Вообще-то Калигула чем-то напоминает Калигулу, который был римским император. Наверное, это тоже латинское название, имеет корни именно оттуда, из римской мифологии. Кстати, бабочки, как вы думаете, почему они сюда прилетели? Они прилетели, потому что их привезли в куколках из разных тропических стран, потому что Калигула живет, в общем-то, в тропиках. Он не живет, вот эта большая бабочка, в средней полосе, где-то здесь, в Украине, на юге или на севере, в лесах. Нет, это тропическая бабочка. А вот чтобы она вылупилась, ее нужно вывести. Вывести, для этого вывести ее нужно привести в куколки, а потом из куколки при теплой температуре бабочка и вылупляется. А зачем вот бабочке нужны такие большие глаза, скажете вы? Ну, на этот счет у энтомологов есть много разных интересных теорий, которые не всегда совпадают с природными явлениями. Но энтомологи говорят, что глаза такие нужны, чтобы отпугивать хищников, например, каких-нибудь змеючек или маленьких ящериц, или, может быть, каких-то даже птичек. Потому что вот, когда бабочка маскируется, у нее есть такие два глаза, которые как бы смотрят, ага, если птица подошла, то, может быть, это на фоне дерева и не видно, потому что у бабочки маскирующая окраска такими линиями, ее практически не видно на коре. Поэтому она сидит просто как маленький листик, а глаза у нее блестят, как будто это глаза хищника. Не подходи, съем. Поэтому лучше от нее держаться подальше. Так что и птичка не подлетит, и не будет ее склевывать. Ну чем же бабочки питаются? Бабочки питаются разными сладостями. Они ищут для этого сладости или на цветах, или на фруктах. Ну, кстати говоря, бабочки не любят не только сладости, они любят разные и вонючие гадости. Они, например, если где-то погибла ящерица или змея, они тоже подлетают по каким-то загадочным причинам и слизывают погибшую вот такую жидкость с этих погибших животных. Но это в тропиках. У нас бабочек так сразу не заметишь, потому что они быстро летают, и за ними лучше охотиться с фотоаппаратом. А вот чтобы на них полюбоваться на живых, лучше прийти вот, или в ботанический сад, например, где есть выставка, или вот в планетарий, и прийти на такую вот выставку. А вот сейчас покажем, откуда бабочки вылупляются. Бабочки вылупляются, как я сказал, из интересных куколок. Вот такое куколка. Куколка — это не та куколка, в которую играют дети. Это нечто более неожиданное и своеобразное. Вот здесь рядами выстроились куколки разных видов бабочек. Почему разных? Совершенно видно, очевидно, потом разных. Они разноцветные, разной формы и разнообразного размера. Маленькие, средненькие, желтые, светло-зелененькие, коричневые. Конечно же, в большой куколке помещается большая бабочка, более маленькая, более крохотная. Но у бабочек такой цикл жизни. Сначала появляется яйцо, бабочка откладывает яйцо на растение. Потом вылупляется гусеница, червячок или червяк такой большой, который растет, растет в зависимости от того, насколько бабочка сама станет крупной. Вырастает большая гусеница или средненького размера. Вот у этого коллега, думаю, что вот коричневая куколка — это его. Когда гусеница доросла до своего большого размера, она окукливается, происходит чудо природы, называемый метаморфоз. Метаморфоз. Но сначала не все так быстро происходит, потому что сначала гусеница сбрасывает свою шкурку. Загадочным таким образом, в определенный момент инстинкт дает ей команду окуклиться. Гусеница сначала съеживается, превращается в бочонок, замедляет все свои функции, и потом сбрасывает шкурку и превращается в такую почти что неподвижную куколку. Куколку или хризалис. По-разному называют у дневных хризалис, у ночных куколка.
И вот в этой куколке уже видны какие-то странные зачатки крыльев, какие-то странные зачатки брюшка, и даже глазки можно просмотреть, и даже хоботок можно просмотреть. Это уже фактически такая упакованная бабочка. Но внутри куколки сначала находится кровь, или гемолимфа, точнее говоря, у насекомых. А все, что нужно для жизни бабочки, у нее запрограммировано на эмбриональной пластинке в центре. И вот, пройдя некоторый цикл развития, жидкость разжижается сначала внутри куколки, происходит внутри полностью одна гемолимфа. А потом включается, как мотор, эмбриональная пластинка. И начинает клеточки формировать эмбриончик, формировать взрослые особь. И внутри куколки такой формируется уже бабочка. Через некоторое время команда эмбриональной пластинки происходит, и из этой куколки куколка трескается, потому что она получается как коробочка. Внутри этой коробочки будет находиться бабочка. Из этой коробочки вылезает бабочка. Но как же она вылезает с крыльями? Нет, она сначала вылезает без крыльев. Крылышки у нее такие скрюченные, скомканные. А потом они набираются крови, набираются гемолимфы, и бабочка расправляет свои крылья. Крылья, ну, обязательно, ну, ей нужно за что-то уцепиться, например, за листик. Вот так, кверх ногами ей надо уцепиться. Тогда у нее крылышки вниз расправляются. Они расправляются, набухают и набирают своей красоты. Набирают крови, и потом внутри потихонечку кровь протекает, и они окрашиваются. Окраска бывает самая разная у бабочек. Бабочки не имеют особенности окраски, потому что все крылышки у бабочек покрыты маленькими-маленькими чешуечками. Их можно увидеть только под микроскопом. И эти чешуйки, как черепица, покрывают все крылышки бабочки. И поэтому под различными лучами солнца они или переливаются, или создают определенную окраску. Поэтому все чешуйки самые-самые разнообразные. И вот так бабочка, прежде всего, вот она любит складывать крылышки, чтобы ее никто не заметил. А вот когда она раскрывает крылышки, ее раз, она и полетела себе. Снова сложила крылышки, чтобы ее снова никто не заметил. Она будет сидеть вот так, как со сложенными крылышками, как маленький листик, или, например, как просто древесная кора. А зачем бабочка открывает крылья? Вот смотрите, здесь вот бабочка с открытыми крыльями. Огромная морфа с открытыми крыльями. Что же это за бабочка морфа? И зачем ей нужны такие огромные красивые крылья? Оказывается, морфа, бабочка, для того ей нужны большие крылья, чтобы показывать, привет передавать. Самцы самочкам передают такие приветы. Морфы очень красивые бабочки, вы видите, они такие цветные, с голубыми крыльями. Потому что когда морфы летают, от них отражаются от крылышек солнечные зайчики. И живут они в тропических лесах Южной Америки. И вот морфиды, прежде всего, известны как раз из Южной Америки. А вот разные виды морфид, они по-разному отражают солнечные зайчики. И цвет морфид совершенно разный. Есть маленькие, крупные, мелкие, средние. Много видов морфид, некоторые из них очень редкие. И, наверное, их очень трудно достать. Поэтому вот видите, какие они красивые, яркие. А когда складывают крылья, как я уже говорил, бабочку и не видно. Она практически становится невидимой, становится как засушенный листик. Как засушенный листик, сидит себе и ждет снова солнца, потому что солнце для морфиды — это сигнал, что можно летать, можно искать друг друга. Самцы ищут самочек и летают в тропическом лесу. И сейчас сначала цветочки, на которых можно подкормиться, а потом просто уже и взрослых своих самочек морфид. Вот такой коротенький рассказ из Киевского планетария о бабочках. Ну, тут, кроме всего, вот сидят разные смешные амадины, такие похожие на наших чижиков. Вот они любят играться, и даже тут вот, понимаете, видите, проводок ему понравился, с проводком поиграться и пощипать листики. Так что вот такой коротенький рассказ о бабочках из Киевского планетария. Здесь вот летают еще не стаями вот эти амадины. Приходите, посмотрите на бабочек, удивитесь и получите удовольствие. Всем привет из Киева, столица Украины. С вами был Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов, Entomologist, Beekeeper Ukraine. Пока-пока.